Сегодня, перед тем, как мы замутим огромное путешествие в новые страны, в космические пространства, я хочу первым делом сделать себе супер золотой лук. Да, это самое лучшее оружие, которое можно только придумать для меня. Так что давайте, наверное, начнем с этого. Первым делом нам нужно улучшить компоненты. То есть мне нужно будет железо, я точно знаю. Мне нужно будет золото. Золото, кстати, золото. Золото слитки у меня есть, так что я думаю, что мне хватит. Давайте улучшим. Подожди, мне не хватает угля. Вот чего мне не хватает, это точно. Во. Железные слитки нам надо делать. Сколько получится? 5 железных слитков у нас получается. Как раз на 5. На 6 слитков у нас получится. У меня есть титан, но титана еще пока мало. У меня есть чудо-шерсть, которая пока, я думаю, хватит для выполнения нашего задания. Остальное можно будет сложить куда-нибудь здесь. Я не знаю, есть тут место, нет, куда сложить все это. Ну, кое-куда можно, да. Титан я не буду. Я вот это чудо-шерсть туда скину. Кстати, чудо-шерсть можно положить туда. Ну, ладно. Сейчас заберем вот это и сделаем себе на наковальне, да, делается лук? Или на верстаке? Нет, скорее всего, на верстаке, да, 4 уровня. Офигительный у нас верстак. Давайте пойдем сюда и сделаем себе супер-супер-супер золотой, супер-супер длинный, супер-супер мощный меч, которого у нас просто не было. Урон от критического удара плюс 70% и 5% шанс критического удара. Офигеть. Замутим эту штуку. Теперь у меня в руках самый великий лук в мире. Ну, я не знаю, может быть, будет еще более великий, но золотой лук — это ух, как круто. Ух, как хорошо. Ладно, давайте сложим лишние детали. Я думаю, что вот эта штука нам не понадобится. Зеленый портал, наверное, еще нужен будет, но я не уверен. Тем не менее, возьмем его с собой. Если что, потом сложим, я с собой возьму сундук, что мало ли, места мне не хватит. Вернемся сейчас опять же, тут очень далеко идти, да. Придется опять вернуться вот сюда вот, в зеркальный лес, естественно. И оттуда уже пойдем в новый биом, космическое пространство. Там по-любому где-то титан есть. Я просто в этом не сомневаюсь. Так, здесь у нас сундук тоже имеется. Может быть, можно сюда что-нибудь положить? Уголь тот же, да? Уголь лучше взять, наверное, потому что угля много не будет. Или наоборот положить. Что-то я даже не представляю, что лучше сделать, положить или взять. Ну ладно, сундук у меня с собой есть, если что, я его с собой возьму. И там, прямо возле портального камня сделаю, поставлю. А сейчас просто найдем этот портал. Так, по-моему, он стоял, если я не ошибаюсь, вот прям вот за этим вот большим зданием. Пойдем нашим луком покажем всем им, что мы из себя представляем. Так, а тут тоже так просто не перейти, блин. Я не знаю, но у меня, наверное, есть. Или нет, я не взял с собой, да? Я с собой не взял каменные блоки, чтобы пробраться туда. Ну, можно, знаете, как перейти? Пройти вот мимо этих скелетов. 200! 132! Круто. Вообще долбит их. Бабоглаз. Громоглаз. Ай. Вот здесь где-то есть проход, да? Наверх. Отсюда, прямо сюда и проберемся. Вот здесь выход есть. Отлично. И отсюда мы прямо пойдем и найдем наш портал. Вот он. Стоит портал. Он стоит на вершине. Со скелетами сражаться не будем, просто перейдем в этот портал и все, в принципе. Хотя можно было бы, ладно, не будем тратить свои запасы сил. Хотя так и хочется на этом большом попробовать. Ладно, пошли. Итак, лунный герб. Название само за себя говорит, лунный герб. Значит, мы уже идем на луноподобные биомы. Вау. Это что, такие грибы тоже, да? Так, давайте сразу определимся. Сразу поставим здесь сундук возле входа, чтобы не путать. Вот здесь где-нибудь поставим, да? И сюда сложим все самое лишнее, самое ненужное. Пока нам не нужно. Нет, зелье нам нужно всегда. Вот эта штука не нужна.
Золото пока оставим здесь. Лук тоже мне вот этот уже, наверное, больше никогда не понадобится. Насчет всего остального, ну, может быть, медную руду уберем тоже. Так что буду надеяться, что... Сабля, сабля, сабля. Ну ладно, саблю тоже выбрасываем. Я больше буду пользоваться луком, как подобает настоящему герою. Так, ну, первым делом, конечно, посрубаем вот эти вот... Вау! Деревья, и из них анартизитовый блок выпадает. Или с чем это связано? Иногда выпадает, иногда нет. Вот где мы наберем 80 блоков. Тут еще и титан, наверное, где-то есть. Вау! Скоро у нас будет супер-классный горнило. Супер-классное. О, вот это что за растение? Тоже прикольно посмотреть. Какая-то непонятная. Надо было лучше железным топором ее. О, это что такое? Мармеладка! Конфеты будем есть, да? Мармеладка. Семечко куста с мармеладом. Вот где, значит, мармелад-то бывает. Значит, мармелад... У меня сразу слюнки потекли. Мармелад у нас образуется именно из деревьев, да? Мармеладное дерево есть. А вот это вот семечки не мармеладного дерева, случайно? Ну ладно, поищем. А вот это что за вырос такой непонятный? Ну-ка. Звездная вода, черная почему-то. Семя телескопа, прикольно. Это телескоп, наверное, называется. Растение. Вполне возможно. Блин, у меня целая куча флоры. Новый в моих пониманиях, да? Неожиданно, неожиданно. Флора... Так, растения. Во, вот это вот мы еще не собирали. Посмотрим, давай, что это такое. Чудо-шерсть, она опять здесь, только уже с другим каким-то растением. Так, космический гриб. Это он такой большой, поэтому он называется космический. А вот это вот что растет? Вот мне просто интересно. Что это собрал? Непонятно. А куста с мармеладками, да, мармеладные кусты. Вау. Страшно смотреть. Ну тут врагов. Врагов-то тут тоже немало. Ха-ха. Давай будем собирать всю эту воду. Может, она... О, я нашел портал. И, кстати, он тут один. Отлично. Так, ладно, значит, сразу же делаем портал, а потом идем тренироваться и изучать этот огромный город. Это кто там? Белые слизи летают? О, какие они страшные, а. Бомби ее! Есть. Так, все, можно пока остепениться некоторое время. Вау, а там красный... Новый портал опять зеленый, странно. Опять эти летают тут ночные чудовища. Ну, здесь больше, наверное, понадобится мармеладка. Интересно, что можно делать с мармеладкой? Он как блок используется, непонятно. Ну, посмотрим. Со временем мы разберемся, что значит из себя... Что представляет из себя эта мармеладка. Мармеладка, мармеладка. Может быть, тут стоило здесь посадить, вот на этой лунной поверхности, все эти растения, а то потом окажется, что негде, нечего брать. Все, что... О, тут переход еще один. Все, что можно было, уже все срубили. Довольно интересно. Тут выхода нет никакого. Интересно, такая кратер. Ну, кратеры образуются, знаете, откуда, да? От столкновения Луны с поверхностью... С этими, с метеоритами. Вот здесь мы с вами сегодня поизучаем... Немножко природные... природного пространства... планеты. Я вчера смотрел фильм про космос. Ужас, что рассказывает. Да, какая огромная наша вселенная, насколько она бесконечна, даже в ум на самом деле не дается. Непонятно, насколько она большая, да? Она такая огромная, что просто невозможно себе вообразить.
Но здесь у нас немножко есть какие-то ограничения. Здесь у нас осталось несколько уровней, и тогда мы закончим сегодняшнюю игру. Ну, зеленые порталы пока до сих пор используются, как бы пока мы на красный не перешли. Так, давайте вон переберемся туда. У меня есть земля? Да. Земля есть. Переберемся туда. Вот эти вот блоки, я их не могу название запомнить, я их прочитаю. Прочитаю это и то с трудом. Анартизационные какие-то блоки, непонятно. Все, кончились. Поверхность Луны быстро используется. Ну, грязный блок, он как бы... Он везде грязовый блок. Никакой разницы нету. Как он был грязевым блоком, так он грязевым блоком и остался. И ничего ты с этим не поделаешь. Хоть ты на поверхности Луны, хоть ты на поверхности Земли, хоть бы ты в джунглях, хоть ты в песках, везде это грязевые блоки. Они есть грязевые блоки. Ничего ты с этим не поделаешь. Так, ладно, давай. Собираем больше вот этого материала. Нам нужно его много сегодня, чтобы сделать себе горнило офигительное. Чтобы потом из титана можно было... из титана, чтобы я легко мог перековать себе руду. И титановое, наверное, оружие. Это самое-самое офигенное, самое легкое, самое крутое, самое прикольное, самое прочное. Да, железо и золото... Вообще ни в какое сравнение с ним не идет, это естественно. И понятно, что, скорее всего, титан это радиоактивное вещество, и, скорее всего, ну, в какой-то степени. И, скорее всего, она растет именно не на Земле, а... Вот смотрите, вот это вот, типа души, да? Фу, летят. Вау, страшно-то как. Ху-ху. Да, новый биом, новая жизнь, новый... Вон того, вон, скелетика надо сейчас повалить. Сейчас я завалю его, что из него выпадет. Ух ты, показалось что-то новое. Ну, как бы растений тут очень много новых. Давайте почитаю, как они называются. Я думаю, что здесь названия будут. Сейчас, подождите, пойдем в карту посмотрим, как это все выглядит, как это все называется. Следующий биом точно такой же. Но они, наверное, остались последние, да? Вот несколько биомов. Так, посмотрим, какие тут... Растения, космический гриб, куб с мармеладками, телескоп, да, и блоки, они за... Ну, короче, вы поняли, да? Вот эти вот блоки, они тут есть. Отважные кости, ух ты! О, кукун здоровый! Ты не упади, эй, парень! Ты мне нужен будешь! Эй, ты куда, эй? Я хочу посмотреть, что из тебя выпадает, эй! Отважные кости! А, что-то упало. Звездная вода. Титановая руда из него выпадает. О, вот что классно-то. Из него выпадает титановая руда. Класс. Так что надо вот эти вот кости уничтожать. Потому что только таким способом... Кстати, можно насадить сейчас растений. Тут то я, блин, что-то задержался. Здесь очень телескопа. Будем много садить. И мармеладок тоже тут садить. Потом, если что, будем когда-нибудь сюда возвращаться. И есть мармеладки. Кушать. Смотреть в телескопы и тому подобное, да? Чем больше посадим, тем лучше. Давайте рассадим все. Хотя нет, все рассаживать не будем. Несколько семечек возьмем с собой. В наш любимый мирные холмы. Попробуем там посадить это все. Так, а тут интересно, ночные. Да, вот они появляются. Опять синего цвета, что ли, или белого? Но белый это самое страшное, самое опасное. Ах, я насадил все... Ладно, сейчас мы найдем новых. Так, мармеладные кусочки. Мармеладки. Возьмем с собой 3 штуки, хватит. Мармелада. Потом вот этих семечек. Ух ты. Кобальтовый парей. Кобальтовый парей. Это что такое? Это семечко такое? О, я даже не знал, что такое растение существует здесь. Кобальтовый парей называется. Из него выпадает кобальт. Кобальт и металл. Так, давайте вот тут больше насадим. Ну, такой огород устроим тут прям. Пока темно, пока ничего не видно, пока... Так, давайте вот эти вот блоки будем... Телескопа будем фигачить большим. Так, ладно, пошли искать. Что же тут еще? Такая музыка довольно интересная образуется. Я еще вниз не ходил. Что, там можно посмотреть будет, наверное, что-то. Вон они, смотри, какие... А, они темные, да? Рыцари. Эти рыцари самые опасные. Это так понятно. Звездный рыцарь. Он телепортируется.
Нет? Странно, не телепортировался он. Что из него выпало? Мешочек какой-то. Мешочек с чем? Пыль космического опала. Вау. Вот это название. Ай, он возле меня. Ни хрена себе. Вау, крутые ребята, блин. Они провалились. Я вас победю! Вау. Сложный был бой. Там еще один, да, был, нет? А куда, кстати, он пропал? Может, я его убил? А что из них выпало все? Звездная вода, я пока не знаю, что это. Пыль космического опала, тоже пока не знаю, что такое. Ну, насобирал уже много всего интересного и вкусного. Так, давайте вот этого еще убьем. А ты телепортировался. Ко мне. Продуманный парень. Слетело. Чистый космический опал. Вот он. Опал. О! Белая слизь! Почему? Вот, красные портальные камни начали выпадать. Наконец-то. Так, ну в темноте. Блин, как тут красиво, а? Все дальше, чем дальше, тем красивее становится. Давайте вот тут прогуляемся. Немножко. Так. Надо нам собирать гораздо больше вот именно... анортозитовых блоков. У меня, по-моему, 19 там было. То есть еще штук 20 надо, чтобы в следующий раз можно было улучшить. Тут не так много его оказалось. Я думал, его тут больше. Но можно будет, кстати, посмотреть в других биомах. Такие вот. Так, вот сюда вот проберемся. Если получится, да? В этих дальних территориях мы не бывали с вами никогда. Опа! Бесстрашно. Посмотрим, здесь может что-нибудь найдем. О, да. Я был прав. Чем больше найдем, тем лучше. Да. И можно сразу отнести это все в свой второй супер дом. То есть, где можно улучшить наковальню. Этот, как он называется-то, блин. Забыл. Горнило. В темноте с такой музыкой само то игра здесь. Воу, чуть не упал. А вот этот камень не упадет? Черт, опять чуть не упал. Нет, он упадет. И все, похоже, тут ничего не надо будет искать, наверное, в других биомах дополнительно вот эти вот материалы. Тут врагов-то больше нет, я не вижу вообще никого. Так, обратно я перепрыгну. Опа, перепрыгнул, да, нормально все. Идет в темноте, ну ладно, давайте, может... Посветим на самый верх. Я вон в той стороне, наверное, не был, да? Скорее всего. Или был? Скорее всего, я вон там он еще не бывал. Нет, бывал, бывал, бывал. Только что туда ходили. Вон оттуда, давайте пройдем, попробуем. Хочется тоже попробовать. Посмотреть. Может быть, я там действительно не был еще. Опасный тип. Он телепортируется. Хе-хе. Пуль космического опала. Блин, какая красота. Этот мир просто создан для того, чтобы в этом мире гулять. В такой красотище. Так, с этой стороны, похоже, тут еще какое-то есть пространство. Но тут, похоже, вообще ничего нету. В этом пространстве я вообще ничего не вижу, никаких интересных дополнительных блоков, тут вообще ничего не вижу, вообще ничего такого нет. Но в темноте вообще, конечно, не видно нифига. Посмотрим. Видно, не видно, хочешь, не хочешь. Так, здесь, ну давай вот сюда, вот ниже спустимся, что ли. Нет? Скорее бы посветлее было, что ли. Ну, если вы знаете, я думаю, что вы знаете, да, что в космосе все-таки... Достаточно темно. Очень темно. Там нет такого света. Там если есть такой, если есть свет, то испепеляющий. Если нет света, то такая темнотища всегда повсеместно в каждом. Так, что у нас тут есть лишнего? Вот это вылаживаем. Это будем таскать с собой.
космический гриб. Я думаю, сейчас кое-что из этого заберем с собой. С собой заберем. И ну, в принципе, я думаю, что следующий биом нужно идти именно туда, 28 уровень. Может быть, не сейчас возьмем, может быть, когда пойдем в следующий уровень. Ну, в принципе, я сейчас собираюсь. Я не набрал вот этого материала 80 штук. Мне нужно будет еще. Я думаю, что вот здесь мы наберем оставшиеся части анартозитового блока. Еще немножко надо. И тогда уже потом сделаем горнило лучше. И тогда можем, наверное, уже титановую руду делать. Благодаря этому всему. Из титанового материала это будет просто прикольно. Так, а внизу? Как глубоко можно? А тут, кстати, никуда, похоже, не придешь. Низа тут нету. То есть, таких вот... Может быть, какие-то секретные места имеются. Кто его знает? Может быть, есть какие-то секретные места, но я пока их что-то не замечаю. Ладно, ну, мы поглядели, посмотрели, что тут, к чему, как тут вообще живут люди, да? Что тут вообще есть? Вот ты вот что там тусуешься, интересно. Что можно тут увидеть? Ну, конечно же, странный биом, как и все другие. Вот, здесь я огород себе наделал. Ой, чуть не упал. Все, дальше уже идти некуда. Ну ладно, тогда я с вами буду прощаться сегодня на сегодняшнюю серию. Мы посмотрели новый биом, увидели новые местности, лунная поверхность, даже уже... Вот эти души летят. Непонятно, что это за души. Ничего нового мы больше здесь не увидим с вами. Так что отправляемся в новый мир. До новых встреч, ребят. До новых серий. Пока. Пока.